Здравствуйте, друзья! Я сейчас вам покажу, что происходит с шеей и головой у ребенка, если применяется избыточное родовспоможение. То есть, например, сильно выдавливают, и он головой упирается в родовые пути, и ему приходится пробиваться. Или тянут за голову. Когда ребенок полностью не выходит, вытягивают за голову. Или при кесарево сечении, когда вытягивают за голову из брюшной полости. Что происходит? Посмотрите. Вот она, затылочная кость. Она очень большая, она очень крупная. Здесь есть места, откуда выходят и сосуды, и нервные окончания. Вот он, первый шейный атлант. И вот когда голова головой упирается, здесь идет компрессия. Или когда за голову тянут, здесь идет перерастяжение, и позвонки могут смещаться. И появляется, получается, идет асимметрия. Может быть появляться кривошея, может появляться отставание в нервно-психическом, физическом развитии. Из-за того, что здесь, в области шеи, происходит нарушение кровообращения. Всеми этими вопросами, устранением этих проблем я занимаюсь.